генерал Таунс против генерал Грэнгер. Пустая трепотня, крошка. Давай это сделаем. Предупреждение. Данная зона находится под контролем генерала ВВС Малькольма Грэнгера. Отступили, готовься вернуться в каменный век. Генерал, тебе не сравниться со мной. У меня небо. Смотри в небо, генерал. Мы собираемся устроить авиашоу. Покажем класс. Хочешь увидеть снова? И снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Вот решил поиграть в генералов. Старую добрую стратежку. В режим поединок, по-моему, это режим называется. По очереди мы будем, в общем, состязаться с разными генералами. Сейчас мы играем за Гроувса, по-моему, да? А за Таунса. За Таунса будем играем. Генерала лазерных войск. Все проекты? Вот. Я на работе. Есть работа для меня. Провожу свой путь. Неплохой генерал, будем, кстати, улучшать? Сказать. У него есть такие вот защитные орудия. Возводим основания. Которые уничтожают. Отличное, как? Новое строительство. Наземные войска противника. Не бойтесь, генерал. Так, это только затишье перед бурей. Черт, я переэтосамывался. Ракетница готова. Сорвем пару танков. Побереги! Ракетница готова. Хочу взорвать чего-нибудь. У меня ракетница готова. Так, нам нужны. Все готово. Будем улучшать. Чинуки. Пожди, у нас мало энергии. О. Есть работа для меня. Сделано в США. А куда делась моя электростанция? Я не понял. Странно. Хочу взорвать чего-нибудь. Готов к действию. Искать и уничтожать. Нужно готово. Давай строить. Все готово. Вот здесь у нас тоже есть ресурсы. Давайте сделаем так, чтобы завершена. Чинук таскал оттуда. Лучшие войска. Подпишитесь. Здесь мы бы немножко обороны. В лице трех солдат. Новое строительство? У меня ракетница готова. Нас прибыл. Модернизация. Захватываем завершена. Нефтяную вышку. Подходим основания. Готова. Да, готов. Даже две штуки. У меня новое строительство. Готова. Отличное место. Чтоб шло баблишко. Да? Так, один побереги! Сюда, парень. Хочу взорвать чего-нибудь. Здание захвачено. Второе сюда. 15 прибыл. Здание захвачено, сэр. Лучшие войска. Вхожу в здание. Еще, наверное, троих солдат нам нужно. Всегда готов. И побольше, конечно. Давай строй. Лазерных установок. У меня ракетница готова. У меня ракетница готова для меня. Что за дела? Нам нужен аэродром. Да. Начать раскопки. Хочу взорвать чего-нибудь. Кто не спрятался, я не виноват. Так, что он там начинает нападать, что ли? Модернизация завершена. Ты не против, если мы проведем бомбардировку, генерал? Нет, я очень даже против. Не смотришь, надо этого делать. Военные США проводят время. Как тебе это нравится, генерал? Птичек нафиг. Сезон охоты на бульдозеры открыт. Смерть сверху!
Эй, генерал, ты когда-нибудь видел рапторов вблизи? Где угодно. Да блин, задави его, господи. Где угодно. Где угодно. Разломали нам казармы, козлы. Я на работе. Всегда готов. Выходим на новую позицию. Да, надо держать немножко пехоту вот здесь. В свободном плавании, так сказать. Шайзе. Они атакуют нашу базу. Примите поздравление, генерал. Да ты запарил, козел. Будем улучшать? По-моему, подорвали один нам бульдозер. Главное, короче, сделать оборону. Давай строим. Давай построим еще вот здесь. Отличное место. Все закончено. Все готово. Примите поздравления, генерал. Вас есть повысили. Ремонтируй сразу. Потеряно. Давай строим. Сверху тоже они нападают с севера. Да? Так, и думается, надо немножко вот здесь оборону сделать. Отличное место. Всегда готов. Что за дела? Все готово. Проходят, а смотри, суки. Много ПВО, генерал? Думаешь, достаточно, чтобы не бояться? Не, думаю, что еще пока недостаточно. Новая строительная ракетница готова. О, у нас своей энергии печально. Это что, уже Авроры прилетели? Примите поздравления, генерал. Вас повысили. У нас мало энергии. О, так и знал. Строй быстрей. Тут все плохо. Мне ракетница готова. Все закончено. И давай еще одно. Для меня. Отличное место. Так, построил, красавчик. Модернизация завершена. Они уничтожили, по-моему, один чинук, да? Или нет? К работе. Не, что-то куда, кто? Враг, что ли, строй делает? Провожу свой путь. Модернизация завершена. Да, блять, ненавижу у них. Короче, на левую кнопку, в отличие от генералов этих. Загружено. Там ГТО США. Восстанавливаем цепочку. Тибериум Варсов. У них на одну кнопку, на левую кнопку мыши выбор юнита и, собственно, действие юнита тоже на ту же кнопку. Я готов. Ракетница готова. Так, здесь четверо, трое, иди сюда. Здесь у нас трое, да, еще? Мне ракетница готова. Пару танков. Вы отличный вид. Мне все равно. Мне ракетница готова. Давай, тоже сюда, наверное. Мне ракетница готова. Отлично. Давай, здесь еще нужно сделать вот такое вот укрепление. И посадить туда еще ракетчиков. Хочу взорвать чего-нибудь. Четверых. Так, бомбардировку берем. Что у нас вот здесь? Здесь у нас вышки можно захватить, а вот здесь у нас есть зона снабжения. Нам надо перебираться туда. Кстати, 4 истребителя стелс, сразу им тепловые ракеты, которые позволят нам уклоняться от ракет противника.
Так, ракета лазерного наведения. Ракета истребители Раптор и Стелс получает плюс 25 дополнительно наносимого ущерба. Деньги есть, берем. Противобункерные ракеты. Истребитель Стелс может уничтожить оккупировавшиеся войска. Оккупировавшиеся? Что это значит? Новое строительство готово. Ты шо, гонишь? Стратегический центр ляпаем. Отличное место. Готов к действию. Бизнес прибыл. Так, тут у нас тоже этот парень сидит. Нужна встреча, прибыл. Да блин, иди сюда. Сейчас же. Где-то еще, по-моему, один сидел. Нет. Из пехоты вроде все. Давай сюда идем. Давай строй. Модернизация завершена. Еще нам нужен завод. Пойдем. А зачем идти? Прямо здесь и построим. Завод будем производить мстителей. Будем мстить. Так, а что, у меня опять уничтожили бульдозер, что ли? Так, ну не знаю, хватит ли такой обороны, но вроде они пока не проходят. Это хорошо. Ты что, пипец раненый, что ли? Иди полечись. Все закончено. А, такой, бля, пацаны, что-то хреново мне. Я маслину поймал. Так, стратегический центр нам нужен для того, чтобы мы могли производить зоны доставки снабжения, да. Не зависели вот от этих штук. Так, эти пацаны готовы. Давайте посмотрим. Вот здесь, в общем, основная база нашего соперника. 4-5 аэродромов. Только самолетов не видно на них. Воюют только вертолетами. Стелсами нашими давай попробуем бахнуть. Ячишься в деревне, а? Это тактика труса, генерал. Стелсы сразу, кстати, незаметны до тех пор, пока они не выпустят ракеты. Можно и починить, это куча ресурсов отрусела. Мне все равно, во что стрелять. Много ПВО, генерал. Ну да. Это как бы да. Будем улучшать? Я на работе. Зон поставок нам надо не меньше 8, наверное. Сканируем небо. Система наведения. Двоих ставим здесь, двоих поставим где-нибудь здесь. Очень хорошее против авиации средство, кстати, вот эти мстители. Но очень слабые против наземных войск. Даже против пехоты очень слабые. Так, вооружить хаммер ракеты, может быть, сбивать воздушные цели. Хаммером мы пользоваться здесь не будем. Пушка сторожевого бесплотного аппарата. Защитный бесплотный аппарат получает пулемет. Вот это мы возьмем. То есть у всех этих пацанов есть защитный боевой бесплотный аппарат. Бомбы готовы, система наведения в порядке. Да, куда-нибудь сюда. И нужны нам танки лазерные. Штук 6, наверное. Пожалуйста, запилите-ка нам танки. Так, что, ресурсы кончились? Это печалька. Все по графику. Доставка в пути. Давайте будем вытягивать отсюда. Модернизация завершена. Надеюсь, что нас не собьют. Настройка маршрута. Сейчас вылупятся у нас танки, и ты мы будем... Ты не украдешь мои запасы, верно, генерал? Так, так, так. Почему? Я хочу... Неужели кого-то пришлет? Так, нужны. Готов к бою. Кончились ресурсы, генерал. Хочешь взять взаймы? У меня ракетница готова. Подожди, он уничтожил моего мстителя, готов, что ли? Вот козел, а? ПВО готовы. У меня движемся к цели. Готова. У меня ракетница готова.
твоим танком не сравнится с твоими самолетами, генерал. О-хо-хо, какой ты смешной мудак. Ракетница готова. Наносим удар. Так. И сюда летим. Сюда они не добили, по-моему, этот. А, еще и здесь заняли. Вот это хорошо. По укрепленным солдатам, то есть они вот так, да, бьют? Так. Да. Хочу взорвать чего-нибудь. Ну а, такой отличный вид. Взорвем пару танков. Хочу взорвать чего-нибудь. Вот это что у них такое? Атака ракетам лазерного наведения. Лазерное наведение ракеты увеличивает точность огня. Фиг его знает. Так, два мстителя. Здесь еще система один прячется. В порядке. Среди них должен быть один мститель. Сканируем небо. И еще парочку мстителей нам нужно. Ну, тоже 4 возьмем. Чтобы переправиться на ту сторону. Так, деньги вроде бы приходят. Не так, чтобы их много, конечно. Приступаю к работе. Укрепляй все здания, если хочешь, генерал. Это не поможет. Конечно, хочу. Лазерное наведение на цель. Тактические лазеры на связи. Возводим основание. Уже занят. Так, даже два трактора можно взять. Один будет нам пушки пилить. Дело нам в США. Вот так вот. Не халям-балям. О, пехота просто, смотри. Давай, вперед. Разделение потеряно. Блин, он завалил моего козела. Бля, и второго завалили, а? Ч, пушки не справляются? Все, стреляю! Готов возвращаться! Не стреляйте, лучше вот здесь вот у меня. Исследуй местность. Патрулируйте. Займемся работой. Система наведения в порядке. Вот, вас надо было затащить. Что-то я затупил. А, вы еще не вылупились, наверное. Скользкие цели. Перестань прятаться, генерал. Не вынуждай меня пить и выпить тебя. Вот здесь еще есть башенки. Здесь еще зона поставок. Что там... О, видите, как эти работают, мстители? Шикарно. Возводим основание. Начать разборки. Давай строить. Все готово. Приступаю к работе. Дуй сюда. Где-то у нас же еще один, да, бульбулятор был. А, вот он, тусует. Будем улучшать? Конечно. Отличное место. Просто когда комментируешь, играешь в стратегии, блин, получается как-то... через очко. Давайте немного вперед. Выходим на новую позицию. Да? Будет как новая. Они не наведутся. Бля, сейчас энергия упадет, походу. Отлично бабахнуло. Что за дела? Дело нам США. Новое строительство? Все проекты? Начать разбор.
равно во что стрелять. Так, что там по обороне у него? Все готово. Опять все выстроил? Незаметно. Да, нашу оборону теперь они не пробьют. Теперь можно, в общем-то, своими делами заниматься. Бомбардировщики Одессят направили на вот этот укрепленный дом. Будем улучшать? Уже идем. Заодно они открывают... Подразделение потеряно. Вражескую базу. Так, можно пробираться вперед и захватывать юшки. Это наш бедолага? Нет, это не наш, подожди. Бить нахер. Так, тут ну еще нам нужны казармы, да. Я на работе. Они захватывают нефтяные вышки. Рейджеры, вперед, захватите их обратно. Отходим основания. Я еще даже не успел Рейдем. Захватить. Будем улучшать. Начать разбор. Система наведения в порядке. Все проекты? Так, человек 8 мне надо. Пожалуйста. Подразделение потеряно. Модернизация завершена. Задолбали вот эти вот. Можем поглубже пройти, в принципе. А, тут ничего не осталось. Все готово. У меня ракетница готова. Мне все равно, что... Так, двое сюда, пожалуйста. У меня ракетница готова. Двое, наверное, сюда. И двое равно, постарайтесь вот сюда пройти. Так, а есть у нас снайперы? Есть. Ух ты, у нас тут все открылось, я сижу туплю. Отлично. Да, они все равно идут по прямой, придурки. Подразделение потеряно. Не добежал. Блин, вот эту штуку, конечно, сбрасывать сюда, это кощунство. Давайте сюда, что ли, сбросим. Подразделение потеряно. Да лично, сколько похоронили, смотри, чинуков. Так, пока она отвлекается. Лазерное наведение на цель. На нашего пацана. Идем. Получаем движение. Активизируем лазер. Что за дела? Все готово. Провожу свой. Уже идем. Так. Подразделение потеряно. Идем. ПВО готовы. Анализируем местность. Есть, сэр. Сгони так, ты сгоняй сюда. ПВО готовы. Движемся так, к цели. Еще там домики есть захваченные. Есть, сэр. Давай еще побольше нам. 7-8 и парочку снайперов. У меня ракетница готова. Даже может быть 3. У меня ракетница готова. У меня ракетница готова.
меня ракетница готова. Без ограничений. У меня ракетница готова. Крадется. Тут тоже ПВО. У меня ракетница готова. Установка Патриот, то бишь. Мы под прицелом! Всегда готов! Так, парочку еще сюда. Парочку сюда. Хочу сорвать чего-нибудь. Ты одного, что ли, взял? Побереги! Собрем пару танков. Какой личный риск. Конечно. Я знаю, что я все равно буду стрелять. Вы сюда, снайпер. Сюда. И третий сюда, наверное. Начинай. Ну не начинай, что ты. Ну что ты начинаешь? Подходим основание. Я на работе. Будем улучшать. Сделано в США. Так, теперь нам надо добраться до этих вышек. Где у нас там пехота? Нужна встреча. Пехота будет под номером 3. Иду. Выходим на новую позицию. Система наведения в порядке. Под вашим командованием. Здесь более-моле укрепились. Да? Они нас взять не должны. Сюда еще можно посадить парочку. Нет, не вас. Вас. Вот в эту мельницу. У меня ракетница готова. У меня ракетница готова. У меня ракетница готова. Все закончено. Так, от этих надо тварей тоже избавиться. Подразделение потеряно. Незаметно. Зенитно-ракетный комплекс «Патриот». Убирайся из моего воздушного пространства, генерал. Да сейчас. Потеряно. Так, еще нам, смотри, надо здесь где-то раз, два, четыре ракетчика и два снайпера. Давайте, дислоцируйте здесь. Сейчас мы вас перекинем. Покажем небо. Трактор, родной, где ты там? Подходим основания. Так, подожди, тут вражеские солдаты. Новое строительство? Да. Где угодно, Белкамрук не доведет. Что за дела? Начать раскопки. Будем улучшать. Сделано в США. Да, здесь почти все вытащили уже. Готов к действию. Снимем их отсюда. Лучшие войска. Захватим здание. Всегда готов. Снимем их отсюда. Готов к действию. Захватить и занять. ПВО готовы. Блин, вот эти полезли, наверное, под этот, да? А, нет, трое, все нормально. Модернизация давай, завершена. Пацанов. Есть работа для меня. Уже идем. Здание захвачено, сэр. Захват здания завершен. Захват здания завершен. Все закончено. Так, назад, 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 назад. Идем. Идем в бой. Так, двое и снайпер садятся сюда. Здание должно подойти. В церквушку. И двое ракетчиков и снайпер садятся сюда. Побереги. В мельницу. Вы двое, пожалуй, сюда тоже. Так, что там, все вытащили? Где все мои чинуки? Неужели они додумались сюда полететь? Нет. Да, надо продать, чтобы они сюда не летали.
место освободить. Следить! Обеспечение ресурсами. Ох, поломали здесь что-то, пока я там... Давай строим! Пока я на том фронте воюю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну и последний. Я на работе. Хватает. Ну, собственно, надо нападать уже. Че тут у тебя? Смотри, как прикольно. Вот сюда тебя бахнем. Кстати, молекулярную пушку бы надо бы тоже. Бахнем сюда. Модернизация завершена. Подразделение потеряно. Это генерал Грэнгер, авианосцу Олимпия. Вышлите подкрепление. Повторяю, вышлите подкрепление. А смысл? Лазерная система готова. Беги с города, туби пизда. Хочу взорвать чего-нибудь. Возводим основание. Молекулярочку, дело пожалуйста, там, да, нам. Все готово. Да как-то его малыми силами раскатал. Вообще я строю два аэродрома, две молекулярки. Вот это кто там шарится? Как говорится, два портсигара, два пиджака. Твидовых или как там? Как давай их зовут? Так. Я на работе. Пару молекулярок, еще один аэродром, пожалуй, сделаем. И будем бомбить. Новое строительство? Ну да. Уже идем. Все готово. Давай строим. Прям рядышком. Красиво сделаем. Будем там производить Аврор. Все закончено. Всегда готов. И пару молекулярочек. Отличное место. Да, она здесь, кстати, называется молекулярная пушка. Модернизация завершена. Мать всех бомб. Это. Подразделение потеряно. Да? Все где? Закончено. А, ну наши самолеты, наверное. Все готово. Так, вот они, Аврора, бомбардировщик Аврора. Силен против защитных сооружений, базы, слаб против танков, авиации и легкой пехоты. Я не знаю, какой танк мог бы его достать, ну тот, который обладает, наверное, системой ПВО. Эту херовину тоже, а здесь не было, да, у меня сборочного пункта хотел продать. Да нету! Все закончено! Так, две молекулярки, да? Есть. В принципе, все. Где угодно. Есть. Модернизация завершена. Пока отдыхайте. Возводим основание. Я на работе. Что тут? Ну, можете еще парочку. Давай строим. Отличная. Будем улучшать. Сделано в США. Станции. Готов к спецмиссии. Все готово. Сверхзвуковой бомбардировщик готов. Все, все готово. Нанести внезапный визит. Все силы к западным воротам. Подразделение потеряно. Блин, враг потерял бомбардировщик. Все самолеты назад на базу. Аден. Установлено. Аден штук потерял, да? Сверхзвуковой бомбардировщик готов к взлету.
Так, это наши снайперы кого-то бьют. А, вот. Новое строительство? Отлично звучит. Подразделение под... Ты пожалеешь о том, что разрушил этот аэродром, генерал. Думаешь? Так, Аврора готова. Отлично. Путь подтвержден. Будем, значит, бомбить. Бомбим базу. Защищайте восточную сторону. Подготовка завершена, сэр. Ой, смотри, у них тут самолетов до хрена еще. А, у него поэтому на аэродромах самолеты не держатся, потому что они все у него патрулируют воздух. Так, ну что, давайте наземными силами сканируем небо. Будем пробиваться потихоньку. Лазерная система готова. Поддерживаем напряжение. Система наведения в порядке. Подразделение потеряно. ПВО. Вражеские силы приближаются к западным воротам. Сканируем небо. Подразделение потеряно. Подтверждаю цель. Наведение. Анализ. Блин, прикрывайте, прикрывайте их. Наведение. Движемся к цели. Так, плохо, отходим. Подтверждаю цель. Подразделение потеряно. Сухи бомбанули кого-то. Подразделение потеряно. Покажем силу. Так, здесь осталось 3 танка. А, 4 танка и 2 ПВОхи. Ладно, не беда. Ускоритель частиц готов. Отлично, сразу 2 молекулярки у нас готовы. Активирован ускоритель частиц. Ты нанес удар по 2 моим аэродромам, генерал. Это меня начинает нервировать. Сжечь не успели. Черт тебя дери, генерал. Если ты ударишь по еще одному аэродрому, я займусь тобой лично. Здесь больше нет ресурсов. Сегодня это твой последний разрушенный аэродром. Атакуем командный центр! Переходим в звуковой барьер. Сверхзвуковой самолет. Они у восточных ворот. Эй, генерал, как насчет ничьей? Не-а. Вот это ты, конечно, придумал. Так, Авроры вроде все вернулись. Сейчас бы Аврорами ударить еще. Путь подтвержден. Цель подтверждена. Они не наведутся. Готовы к себе. Скользкие цели. Шутки в сторону, все в атаку! Да, вот у него еще есть электростанция, оказывается. Подожди, они Авроры сбили? Уже иду. 3 Авроры сбили, вот мудаки.
победили. Ну, собственно, да, победа. Полагаю, пришло время подыскивать работу на авиалиниях. Наверное. Но как-то вот такая серия получилась. Если нравится, ставьте палец вверх, комментируйте, подписывайтесь. Жмякайте колокольчик, точно. Всем счастливо, всем пока.